Мне нужен чек, подтверждающий производителя. К сожалению, я не смогу выдать чек. О, ну тогда извините. Спасибо, всего доброго. Да? Здравствуйте. Вы подавали документы на ипотеку? Да, подавал. К сожалению, без справки о доходах мы не можем принять вашу заявку. Но я же работаю. Возможно, пора выйти из тени. Скачай приложение «Мой налог», зарегистрируйся и стань самозанятым. Принимать деньги можно на кассу и через систему электронных платежей. Официально подтвержденный доход и множество других плюсов. Работай на себя законно. Стань самозанятым.